Группа школьников вышла на площадь у набережной реки Мзымта. Юные сочинцы с плакатами в руках призывали не бросать липкий мусор себе и другим под ноги. Взяв в руки шпатели, школьники принялись очищать брусчатку от липкого мусора. Справиться с ним можно только вот так, вручную. Мы готовы, конечно, прийти, отодрать жвачку, но все-таки хотелось бы, чтобы жвачку не кидали. Для этого есть мусорное ведро. Ну а другие в это время проводили соцопросы и профилактические беседы с жителями и гостями курорта о том, что благоустройство и чистота города – дело общее. Ведется работа с общественностью, жителями, с гостями курорта о том, что необходимо соблюдать правила санитарного порядка, мусор утилизировать в специальные мусорные корзины и баки. Не мусорить, не выкидывать мусор на тротуар. Но на улице Молокова в это время приводили в порядок деревья. Здесь идет санитарная обрезка магнолий. Это удаление сухих, изогнутых и поврежденных ветвей. 250 растений уже прошли эту важную для магнолий процедуру. Много улиц, много обрезки. Деревья старые, нуждаются, конечно, в обновлении, в омоложении. Кроме санитарной обрезки необходимо кронирование деревьев. Все это часть программы так называемых «малых дел», которая сегодня активно реализуется на курорте. Список просьб и наказов от жителей формируется в районных администрациях.